Всем привет, дорогие друзья, с вами Фай, у нас 3 сентября, и произошло кое-что невероятно интересное. Сейчас с вами разберем, перед этим не забывайте подписываться на канал, подписываться на Телеграм, и еще лайки также не забывайте. Не буду тянуть, сразу покажу, что мы имеем. Это Добыл Чучело, чел, которого я упоминал неоднократно, и в одном из последних видосов, где мы разбирали сливы после летнего обновления. В общем-то, предположительно, это то, как будет выглядеть будущий Battle Pass. Эту тему мы с вами также уже поднимали, есть отдельный видос по концепции Mega Treasure. И, в принципе, именно ее эта тема вся и развивает. Тут есть далее текст Чучела, как он все это дело получил. Не особо во всем этом шарю, но если кратко, то он просто изменил нужные файлы и по итогу смог получить доступ к странице, которая находится в доте уже очень давно, с момента только как появилось упоминание этого мега-трежера. То есть, еще раз повторю, это то, что прямо сейчас есть в клиенте, то, к чему можно получить доступ. Очевидно, это все пока что еще в очень сыром виде. Валвы это будут дорабатывать в плане дизайна. Но, в принципе, так как скрин интересно. Также можно сказать, что это напоминает Battle Pass из CS, я увидел там всего лишь пару раз, но, по крайней мере, сходство я один нашел в этом всем. Уровень тут стоит просто как заглушка, то есть, грубо говоря, тут будет любой уровень, может быть любой уровень, точнее, до этой темы уже дойдет непосредственно до самой дот, если дойдет, но, скорее всего, я думаю, все-таки Valve будут ее использовать, ибо, опять же, как я говорил в том видосе, на которой будет аннотация в конце ролика, да и, в принципе, сейчас появится, скорее всего, то это... Вполне один из самых лучших вариантов, потому что Valve в этом году занимались много чем, а у них уже есть, грубо говоря, работающий не БП, так что, вероятнее всего, к этому мы и придем по итогу. Жаль, конечно, непосредственно будет реализовано именно получение жетонов, линейка наград, потому что, скорее всего, она должна будет быть, если мы можем, опять же, повышать левел до таких размеров. Ну и также, опять же, более подробно об этой концепции я уже рассказывал. Ну, а сливы касательно будущих аркан и персон также был видос, можете тоже посмотреть, но вроде как все звучит пока что и выглядит логично. Будем ждать, ну и все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.